Мое доверие не завоюешь, просто убив пару диких тварей. Я слышала от других разбойниц о Дикарде Кайне. Добро. Привет. Я Чарси, кузнец этого лагеря. Рада видеть среди нас таких сильных искателей приключений. Многие наши сестры храбро сражались с Диабло, когда он впервые напал на Трисрам. Они вернулись к нам победительницами и принесли мощное оружие и доспехи. Жаль. Кашья? Рада видеть тебя. Надеялся никогда в жизни больше вас не встретить. Трагедия привлекла сюда слишком многих. Но деньги есть деньги. За снаряжение для любых твоих приключений я возьму всего лишь ненужный меч, немного золота или маленький самоцвет. Ну же, выбирай, что пожелаешь. На все мои товары действует пожизненная страховка и двухдневная гарантия. Бариф по своей доброте позволил мне присоединиться к каравану. Но если он заговорит о поисках нового торгового пути на восток, не слушай. Я тут скоро сделаю себе состояние на торговле. Thank you.
Стой! Если хочешь пройти дальше, сначала выполни задание Акары. Найди логово в пустошах рядом с лагерем. Пустошах.
не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Это невозможно. Добрый меч! Добрый вечер! Добрый вечер. Как ни странно, тебе удалось пройти это испытание. Поговори с Акарой. Она может вознаградить тебя. Я Акара, верховная жрица сестер Незримого Ока.
добро пожаловать в наш лагерь. Но, боюсь, эти ненадежные стены обеспечивают плохую защиту. Дело в том, что на нашу логово зла очистка. Thank you.
не смогу нести больше. Могу нести больше. Мои разведчицы сообщили, что видели чудовище на монастырском кладбище. Видимо, Андериэль уже мало живых разбойниц. Кровавый Ворон, одна из наших лучших командиров, бившихся против Диабла в Тристраме, оказалась в числе первых жертв магии Андериэль. Теперь она поднимает зомби из могил на кладбище нашего монастыря. Смерть не остыла. Гиттай. Добро. Логово зла очищено. Добрый день. Thank you.
Да. Привет тебе. Thank you.
Я перегружен. Чувствую множество духов вокруг этих камней. Добрый вечер.
Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Тебя. Thank you.
И тогда графиню, которая для сохранения молодости купалась в крови сотни девственниц, похоронили заживо. А от замка, где она творила свои злодеяния, тебе.